Доброго времени суток всем, кто заглянул на наш канал «Многодетные денечки». Сегодня у нас серьезное разговорное видео о том, как я докатилась до такой жизни, как я стала приемной мамой. Начать, наверное, нужно совсем издалека. Видео сегодня я на себя направлять не буду. В общем, руки в кадре. Это Лера у меня тут игрушечку вяжет. Ой, так. По порядку. Идея или желание стать приемной мамой появилась, конечно, у меня не вдруг и не одномоментно. Вот не прилетело мне, что вот все, хочу стать приемным родителем. Все, пошла собирать документы. Нет, такого не было. Эта мысль жила со мной долгие-долгие годы, но она была, конечно, не в такой форме. Раньше разговоров не было, что там приемные или какие-то. Вот. Началось все с детства. Моя мама была второй женой у моего папы. От первого брака было двое детей, сын и дочь. И вот дочь была намного старше меня, конечно. Я когда пошла в школу. В школу я пошла с 8 лет. А на тот момент у нее, в общем, как раньше говорили, жизнь покатилась под откос. В общем, она вела нехороший образ жизни, пила очень сильно. Я так думаю, что даже это был алкоголизм. Мальчиков у нее забрали. 3 моих племянника оказались в детском доме. И самое большое потрясение для меня было не то, что у нее забрали детей, а то, что никто из многочисленных родственников не взял их к себе. Никто. У отца было, я так думаю, 3. Трое сестер, да, на тот момент они все были живы, молоды. Они могли хотя бы даже вот совместно бы, да, воспитывать вот этих вот мальчиков. Нет, никто их не взял. Они жили в интернате или в детском доме. Я не знаю, мы вот нашлись только, наверное, уже взрослыми, вот через одноклассников. А так мы даже не виделись. Просто в одноклассниках есть фото вот этих моих племянников. Старший, младше меня всего на 3 года. В общем, мы почти ровесники. В общем, вот такое у меня было потрясение. Вот. И вот эта мысль о том, что вот так, ну нельзя так с детьми, она то вспыхивала, то затухала. Следующие такие большие потрясения уже были в школе, когда я училась. И у нас в классе появились мальчики из детского дома. Вот они всегда были такие неопрятные, неряшливые. От них неприятно пахло. Они курили. Но из домашних... Домашние мальчики тоже у нас были, которые вот курили. В том возрасте, это 2-й, 3-й класс, вы понимаете, для это вообще как бы звучит странно, да? Ребенок 9 лет, он курит. А были такие дети, да. Но они были ухоженные, вот домашние, а вот детдомовские приходили. У них все время была мятая форма, рваная обувь, какие-то башмаки не по размеру. Это сейчас в детских домах их одевают хорошо. Ну, я сужу по нашему детскому дому из нашего города, потому что иногда мы туда ходим на мероприятия на какие-то. Там детки все одеты очень хорошо. У них и телефоны есть, и обстановка у них там такая тепленькая, домашняя, я бы сказала. Вот. Ну, конечно, дома это не заменит, но все равно они отличаются вот от тех мальчишек, которые пришли к нам в класс. У них даже волосы какие-то были, вы знаете, всклокоченные всегда. Такие вот, как будто их не расчесывали, я не знаю, месяц целый.
Вот. В общем, вот такое было у меня еще в жизни. А потом был роддом. Там, где наряду, например, с моим желанным ребенком, были дети, которые уже заранее были нежеланные. И женщина, она сразу говорила, что ей этот ребенок не нужен. Она напишет отказную. Вы понимаете, у меня вообще мир рушился. Как это? Как? Как? Я этого не понимала. Но я сейчас этого как бы... Да я не обязана это понимать. Я не могу встать на ее место, правильно? Это ее мозги, а не мои. Вот. И первым толчком послужил случайно услышанный разговор в маршрутке. На тот момент у меня уже было четверо детей. Василиса уже была маленькая. И вот молодая, я сейчас скажу такое слово, я ее не очень люблю, это слово, мамашка. Даже не молодая мамашка хвалилась своей знакомой, что отдала ребенка в дом малютки. Она искренне радовалась и рассказывала вот той другой знакомой, как ему там хорошо. Так хорошо, что он ее и забывать-то уже стал. Он и на ручки-то к ней не хочет идти. Он там же сытый, одетый. Но она его потом заберет, когда свою личную жизнь устроит. И вот мне как в детстве бывает, знаете, надо вот прилетит чего-то такое непонятное. И тут тоже прилетело, да не заберет она его. Он ей не нужен. Ей без него хорошо, нормально. Он вроде как и есть, а вроде как его и нет. Вот. И, в общем, приехала домой и стала в интернете искать разного рода информацию. Много всяких роликов мы посмотрели. И я уже вот намеренно, я уже стала понимать разницу между социальными сиротами, обычными сиротами. У обычных сирот нет родителей, физически их нет, они или умирают, или погибают. Но таких детей очень мало в детском доме. Если погибают или умирают родители, то таких детей забирают родственники. А вот если родители ведут аморальный образ жизни, там пьют, не могут воспитывать своих детей, их изымают из семьи, то не всегда родственники таких детей берут, потому что или родственники такие же, или они им просто не нужны. Как говорится, это паршивая овца не нужна в хорошем стаде. Вот. В общем, первый такой серьезный фильм, который мы посмотрели с Мишей. Миша меня поддерживал на тот момент. Папе мы ничего не говорили. Это называется фильм Ольги Синяевой «Блеф» или «С Новым годом». Фильм тяжелый, смотреть его трудно. Пробивает на слезы, конечно. Вот. Множество других роликов тоже посмотрели, где вот именно о социальных сиротах. Дальше, что я еще? Ну, вот в нашем доме малютки, в котором мы забирали Егорку и Снежу, мне тоже нянечки сказали, что вот есть дети, которые, они всю жизнь будут в детском доме. Потому что вот каждые полгода приходит вот эта мама и переписывает заявление на то, что у нее тяжелое, трудное положение, и ребенка нужно определить, вот сначала определяет дом малютки, а потом... Сейчас же у нас идут не детские дома, а центры помощи, как бы они переименованы. Вот. И родители могут написать такое заявление о том, что у них трудное положение, и на время помещают детей вот в такое учреждение, чтобы родители смогли или устроиться на работу, или там что-то с жильем решить. У кого-то, может, болезнь какая-то. Кому-то просто удобно, понимаете? Просто удобно. Сдал ребенка и ходи к нему раз в месяц, потом раз в полгода. В общем, вот и вот эти детки, они
умные, они симпатичные, они очень красивые, и они не больные. Но их в базе не будет, потому что у них нет статуса. И на усыновление их никто не даст, потому что мама у них есть, и она не лишена родительских прав. В общем, эти дети обречены на казенный дом своими родителями. Не знаю, по какой причине у меня телефон включился. В общем, не знаю, записалась, нет там вторая часть. Сейчас я ее посмотреть не могу. В общем, именно мы смотрели ролики о социальных сиротах. Так как есть сироты, у которых родители умирают или погибают, а есть сироты, у которых родители, ну, пусть, конечно, не здоровы, но они живы, просто не могут выполнять в полной мере свою функцию родителей. Вот. И что я хочу сказать. Вот кто идет на пути приемного родительства, и вот они думают, что они придут сюда, вот в этот детский дом, и им там выдадут вот эту несчастную сироту, такого не будет. Им там гораздо неплохо, нормально. А вот в приемной семье им уже комфортно и не будет. Они зону комфорта потеряют, потому что там что-то заставлять делать будут. Так что тут еще надо подумать, прежде чем вот на такое решиться. Проще все, когда ребенок маленький. У него выбора просто нет. Он растет в приемной семье с малолетства, и все. Он другого-то еще пока особо не знал. А вот если подростка, вот для меня, например, это очень трудно. Я преклоняюсь перед теми, кто ведет детей и подростков. Это очень и очень сложно. Потому что это практически уже взрослый человек, видавший виды. В общем, я опять отклонилась от своей мысли, потому что мысль у меня пока изначально выговорить, что у меня в голове было. Ой, в общем, в этих процессах мыслей я прочла книгу Дианы Машковой. Называлась «Если б не было тебя». Кое-что мне там понравилось. Я из этой книги так многое уяснила для себя. Но вот сильного впечатления она на меня, конечно, ну, не произвела. Вот. Но почитать нужно. Вот, да. Я бы посоветовала почитать. Лера так скрипит крючком. Туго очень вяжет. Так. Стала читать и смотреть Петрановскую. В теории, да, все супер. В теории. Насчет практики. Очень сложно родителям в жизни применить вот эту вот теорию без помощи грамотного психолога. Там же целая команда. Вот в Москве, да, там, где Петрановская, там целая команда, там целый фонд, вот это все. В нашей глубинке, например, грамотного психолога найти очень сложно. А уж психолога, который знает и понимает вот этих вот детей и вот этих вот родителей нас, я имею в виду, приемных, ненормальных, их вообще по пальцам пересчитать можно. Прочла несколько брошюр Гиппенрейтер Юлия Борисовна. Вроде читаешь вот ее все так. Но оскомина какая-то остается, я не понимаю, в чем дело. И вот когда стала переносить вот все вот ее, как бы то, что она подает, вот типа инструкции, да, на свою семью. Нет, они даже не применимы к моей семье. Вообще никак. Я сначала даже понять не могла, почему. Вроде доктор наук, что ли, она там, или кто. Вот грамотные вещи она пишет. Родители все без ума. На всех сайтах Гиппенрейтер. Вот она все понимает, вот она все знает. Я давай копаться в ее биографии. К
Короче, когда я узнала, что она вышла замуж за своего двоюродного брата, весь ее авторитет в моих глазах упал. Все. Больше я ее читать не стала. Мало того, что она, значит, у нее двое, я так поняла, что у нее две дочери. И вот там в книге, в которой она приводила примеры трудного подростка, это был ее внук. Ну, это по словам из книги. Вот, я не знаю, конечно, про своего ли внука она писала или нет. Вроде как она вот про него говорила. Ну, в общем, я не буду обсуждать ни семью, ни что, но сам факт того, что было кровосмешение, для меня уже это все табу. Я не знаю, у меня отвращение к такому. В общем, теперь Гиппенрейтер я не читаю. И есть у нее там несколько установок, которые она дает в своих книгах. Принимать ребенка таким, какой он есть. Ну, в целом, да. Ну, а почему бы его не поправлять и не воспитывать, и не объяснять ему, как нужно? Вот у него есть дурная привычка, значит, нужно с ней смириться. Нет, я так не считаю. Дурные привычки нужно помогать от них избавляться. Тем более у детей. Про дурные привычки это я про то, что вот курит там ребенок. Я вообще, для меня это грань фантастики. Так, значит, про Петрановскую я сказала. У Петрановской очень хорошие книги. Мне это очень нравится. Но дело в том, что тоже к себе применить это нужно с психологами. Это нужно вот со специалистами. В общем, вот в этих книгах много ценной информации. В обычных учебниках это и нет информации. На телевидении очень мало. Телевидение, сами знаете, что сейчас одни шоу какие-то вообще невозможные. Вот. Я хочу подойти к следующей книге, которую я прочитала. Я уже не помню, кто мне ее посоветовал. Я не помню, откуда я ее взяла, эту книгу. В общем, это книга Анны Ильиничны Гайкаловой «День девятый». Вот. Вот книга, которая вывернула меня наизнанку. Это не документальная книга. Это художественный роман. Там очень много разных образов, очень много мистики, фантастика даже, может быть, в какой-то мере присутствует. Что-то вообще кажется нереальным, заоблачным. Вот. Но весь сюжет, он настолько переплелся с моей жизнью, с моей судьбой, что я читала и ощущала табун мурашек по спине. Мне было страшно. Оказывается, сколько раз в жизни я была на краю пропасти, но даже не подозревала об этом. Сколько детских трагедий, переживаний всплыло. Понимаете, вот читаешь книгу, я думала, что у меня этого не было в жизни. Оказывается, было. Вот это вот чувство дежавю, да? Вот. И все это хранилось где-то глубоко, глубоко. И тут вот оно все начало всплывать. Сказать, что я была потрясена этой книгой, вот ничего не сказать. Я была выбита из наезженной колеи. Каждый новый сюжет, он переплетался с моей жизнью. Если бы я знала, что это еще не все. Это вообще не все. Забегая вперед, я вот скажу, что принятие детей в семью тоже не прошло без мистики. Я потом тоже подробно расскажу, как они у нас появились, как мы за ними ездили. Вот. Но когда вот мы привезли детей, ну, где-то через 2 месяца после этого умерла моя мама. И вы представляете, вот так же, как в книге, она уступила свое место. То есть там, в романе, у героини, значит, умирает бабушка. Она как бы, вот, ну, это звучит грубо, но это надо читать, чтобы понять, что это совсем не грубо, это жизнь. Она уступает, даже чисто физически она уступает свое место вот этим приемным детям. И у меня то же самое произошло. Все это было очень трудно, тяжело.
В общем, я советую почитать эту книгу. И не только будущим приемным родителям. Не только состоявшимся приемным родителям. Просто родителям. Обычных, кровных детей. Книга интересная. Так, в общем, подведя итог сегодняшнего болтологического видео, скажу, что именно вот эта книга толкнула меня к приемному родительству. В общем, именно Анна Ильинична Галкал... Извините, я уже заговариваюсь. Гайкалова. Именно она виновата в том, что я стала приемной мамой. Вот, скажем так. Спасибо ей большое за ее вот этот вот роман. Вот. Потом в интернете я нашла интервью с Анной Ильиничной, ее семинары. В общем, они вот совершенно другие, не как у всех остальных психологов. Они словно прожитые. Это как раз то, чего не хватает всем остальным специалистам. Это жизненный опыт. Его не заменит ни одно образование. И вот поняв, что я тоже должна стать приемной мамой, я начала собирать информацию, документы. Стала разговаривать с семьей. Но об этом позже. Не все гладко у нас все проходило. Вот. В общем, об этом я тоже отдельно это все соберусь с мыслями, запишу и тоже выложу. В общем, на сегодня я буду заканчивать. Вам всем, кто меня слушает, кто меня дослушал, желаю благополучия в семье. И до свидания. До следующего видео.